среду в Самарской области будет облачная погода. Практически везде пройдет небольшой дождь. Возможно, гроза. Температура днем 19-24 тепла, ночью 14-16 выше 0. Ветер западного направления, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани облачное небо, осадки в виде дождя. Днем плюс 22 градуса, ночью плюс 16. Ветер западный, скорость 6 метров в секунду. В Тольятти малооблачно, небольшой дождь. Плюс 21 градус в дневное время, ночью 16 выше 0. В Самаре малооблачно, утром возможен небольшой дождь. Дневная температура 21 градус тепла, ночью плюс 15. Ветер западного направления 5 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 55%, температура воды в реке Волга 20 градусов, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.